В 2015 году международная корпорация Terra Group развернула свои производства на территории новой свободной экономической зоны в Норвинской области. При проверке работы лаборатории Terra Group в городе Тарков представителям власти было оказано силовое противодействие со стороны частной военной компании «ЮСЕК». Вооруженный конфликт в Норвинской области принял затяжной характер. Территории были блокированы российской армией, а население эвакуировано. Миротворческие силы ООН остановили активную фазу конфликта. Однако частные военные компании продолжили свою локальную войну на территориях, контролируемых местными бандами. Для решения своих оперативных задач российскими властями была создана частная военная компания «Биар». Ты знаешь, я вдруг очень ясно поняла, что, наверное, не потяну такую жизнь. Правда. Я не смогу изо дня в день делать вид, что все в порядке. Знаю, что однажды мне даже не скажут, куда возлагать цветы. Ладно, я, конечно, могу говорить все, что угодно. Ты же вновь все сделаешь, как ты считаешь нужным. Поедешь на свою эту войнушку. Я просто хочу, чтобы ты знал. Я не из тех, что несут чушь о том, как мы все равно останемся друзьями. После эвакуации населения до сих пор сохраняется напряженная обстановка. На блокированных территориях повсеместно орудуют банды мародеров, а в районе Таркова активизировали свою деятельность частные военные компании. Среди них западные ЧВК, представляющие интересы международной корпорации Terra Group, а также, по некоторым данным, российская частная военная компания «Биар». Присутствие последней в неспокойном регионе по-прежнему не подтверждается российскими официальными властями. Нашей группы в 23:50. Берите все, что унесете. Прогулка может затянуться. Командир, почему мы не можем просто зачистить этот долбанный Тарков? Объясняю для непонятных. Потому что локальный конфликт Кремля и Terra Group еще не повод для общевойсковой операции внутри нашей страны. Подружек? Пока чисто. Внимание. Контроль. Парни, скифу оставьте что-нибудь, а то осерчает и заведет нас еще на минные посевы. Пусть попробует. Я и с одной ногой сумею захватить. Потом скиф единственный, кто знает эту местность, где искать его пропавших пацанов. И прежде чем вылиться своей группой, глядишь, и никого искать бы не пришлось. Так, мужики, затаривайтесь вещи, а? Пока толпа наших фанатов не набежала. Мармалей. У вас там пока все тихо. Я
взять? Вода закончилась. Демон. Мне от этих говняков вообще ничего не надо. А если есть хамон, возьму свои слова обратно. Так, все, закругляемся. Скоро этих гавриков свои начнут искать. Пора валить отсюда. Где там наш головняк? Сокол форту. Босс, ответ вне зоны. Иди, тоже возьми себе что-нибудь. Эй, Скиф, а где твой минус? Где мародерка, которого ты контролил? Ты оглох нахуй, что ли? Эй, где тело этого утырка? Твою мать. Этот хер, походу, со своим стволом ушел. Быть твой недобиток сейчас может оказаться где угодно. Серд 300. Твою мать. Маус, на контроль. Чисто. Серб, куда тебе? Что с сербом? Характер ранения. Оглох? Что с ним? Гордеч. Петрович, это подплетник залетело. Мужики, наблюдаю движение в цеху. Наши западные партнеры нарисовались. Встать можешь? Все, онемело, сука. Наблюдаю 8 контактов. Скиф, след по тебе. Принял. Маус, на место Скифа. Держи задний выход на железку. Такую пальбу только лениво не услышит. Ну что, закусываемся или валим? Нет, бежать! Скиф, серва в укрытие! Thank you.
ворота. Ну, навались отсюда, пока на подстволов не накидали. Мужики, готовьтесь отходить. Надо лучше валить через железку. Краником, кого не зацепило? Где демон? Демон нет, здесь. Нас там точно не встречают. Уже нет. Блин, мужики, демон, все. Они железки мы сняли еще одну пулеметную лёжку. Обе ждали вас. Вот суки, продуманные гады. Походу, скиф оказался прав. И если б не фарт, нас бы раскуетили эти два расчета. Наш фарт обеспечили вон борс с атлетом. Хорош гнобить скифа, блин. А ты считаешь, что проебал вылет группы на задачу? Только доблесть, да? А меня там не было. А вот когда по нам в ангаре из РПГ захуячили, я был. И если б не скиф, то я бы сейчас нес твой 104-й. Вперед. Атлет, так что там у нас по группе скифа? Да вообще никаких следов. Мы все обыскали. Результат хуй. Херово. Нужно проверить еще пару резервных точек. Мои пацаны не могли просто так исчезнуть. Конечно, не могли. Мы это найдем. Входим. Ровно в 23.50 Форд уходит на танк. Напоминаю, заблокирована территория гражданских мест. Как только мародеры и залетные части. Товарищ командир, а когда эта шляпа в Таркове все прекратится? Все ж в курсе, из-за кого связи. На сегодня Терра Групп для всех пушистые зайки. Они борят голод в Кении и создают технологии завтрашнего дня. Тогда почему наши не могут просто обнародовать результаты расследования? Чем в реальности занимается эти мрази? Потому что миру нужны весомые доказательства. А у наших типа невесомые. Политика. Проблемы дома должны оставаться дома. Да, я знаю. Но ты также говорил, что возвращаются лишь те, кому есть куда вернуться. Да вылет-то еще есть время, но тебе прямо сейчас нужно решить, с кем ты. Да что тут вообще решать? Маркиз, маркиз, это выдра, прием. Маркиз, маркиз, это выдра, прием. Ну что, голяк, глухо. Это единственное место на маршруте, где мои парни могли бы закрепиться. На проверку нужно время, у нас Юсейки на хвосте. Объект сложный. Будем чистить по пыхах, снова потери будут. И что, мы просто пройдем мимо? А если я прав? Если мои парни там, если они ранены? Ты такую же хуйню загонял, когда нас на тот ангарчик вывел. А я демона знал еще с армейки. Отставить разговоры, Ворон. Скиф прав. У нас есть задача, и мы будем ее выполнять. Готовьтесь. Следов группы скифа. Идем проверять второй корпус. У нас контакт. Патруль диких минус. Контроль.
Опять повсюду эта хуйня. Стою туда! Все, выдвигаемся. Форс, мы идем к вам, идем к вам. Никто за рекой стороны! Что это, пизда? Наш вылет в 23:50. Опоздавшие на борт будут догонять пешком. Буду как штык, клянусь. Только у мамы надо отпроситься. Правила знают все. На базе никаких мобильных. Командир, а у тебя там спецсвязь? Погрузки на борт еще 4 часа. Проведите это время с пользой.
где Бировская группа? Мы грузиться сейчас должны. ЧВК, что ли? Так вон они! Наши вылет только через час. Да говорят, ваш командир переиграл все. Но пораньше. Вызов не прошел, повторите. Прием. Форт Сокол. Нихуя не мой месяц вообще. Смените меня. Как понял, прием. Борс. Я. Смени атлета на фишке. Мужики, смотри. Что я в рюкзаке улику нашел. Медкам какого-то висека. Судя по файлам, заземлили ты его недавно. Че за хуйню ты там смотришь? Глянь, там есть файлы за понедельник. Так. Опа. Смотри. Захуярили сотрудники Тверской лаборатории. Заебись у них, ребятенка. А вот и цель нашей первой группы. Тот самый кейс. Кстати, а что вы там кейсе-то? Да хуй знает. Но компашка мечтает получить его обратно. Группа Скифа должна была их обломать. Это все бегущий верняк мочит, да? Нихуя его ебанило. Что там куда приковано? Походу там все пиздец. Подожди. Это же наши. Это же мои парни. Твою мать. Это что, моряк? Мой старший. Походу, мы только что нашли группу Скифа. И что теперь? Мы работаем по кейсу? Уверен, что за это время висяки уже вынесли кейсы Старкова. Так что нам теперь, видимо, пора до дома. А как же пацаны, что погибли? Я не собираюсь рисковать своими людьми, чтобы очистить твою совесть. А демон? Маус? Ладно. Я с вами до точки выхода. А потом вернусь и сам поквитаюсь. Давай. Вольному воле. Скиф прав. Нужна ответка. Согласен. Хуёво так уходить. Стрёмное место в Тарке. Туда уже давно никто не пытается соваться, потому что ясеки засели там как у себя дома. В прошлый раз даже наша группа обходила их втроём. Тогда нам это подходит.
стоишь на фишке, а вы работаете с двух сторон. Атлет Скиф начинает с юга. Ворон с остальными идут через зеленку. На территории. Парни, по окнам все чисто. Давайте там внизу повнимательнее. Атлет Ворона, мы на точке. Ждем визуального с вами. Да идите, твою мать. Так, мужики, я с одной позиции вас больше не наблюдаю. Теперь вы сами по себе. Ваша цель — корпус с раздевалками. Шевелите булками. Ворон, мы на перекрестке перед основным корпусом. Атлет, атлет, наблюдаем вас. Это Атлет, у нас пока все чисто. Как-то все слишком гладко для такого странного местечка. Dead, baby. What's wrong with him? The toilet's there, boy. Eagle 2-1. Joker 3-2. Eagle 2-1. Message not received. Repeat your status. Кабуля пошла! Сколько у вас, Гарна? Я грязный!
Бросок! Оттягиваемся через первый этаж! Нам отходить нельзя! Нужно давить раздевалку! Только давайте речь, что пьяный исходит! Нас вылезли в прибору! Вы ебанули! Атлет, мы идем к тебе! Я жду команды! Что не погранаты? Пошла граната! Куда вы? Пошли, пошли, пошли! Thank you.
over for me in 2 hours. Погода хорошая, но иногда прохладно. Берегите себя. Спасибо, стараемся. У вас как обстановка? У нас все спокойно. Вам повезло больше, чем нам. Твою группу поставили в резерв наш. Уже знаю. Вам могут дать моего бойца. Ему сообщение из дома. Покажи ему. Кажется, я в прошлый раз совершила большую глупость. И хочу, чтобы ты знал, что я буду ждать тебя столько, сколько потребуется. Мы будем ждать тебя. Твою мать. Потому что очень скоро мы станем настоящей семьей. Добрый день. У меня не проходит сообщение на телефон капитана Бурова. Пожалуйста, покажите ему это видео. Это очень-очень важно. Вода мокрая. Пошел по коньяку. Их пароль. Вода мокрая. Ты не русский, что ли? Да русский я, блядь. Пароль проверьте. Продуктов пароль. Если это русская, я хрен на сука, какой еще нахер курс?
дежурного офицера мне, блядь, позови сюда! Одну минуту, Николай Дмитров. Вот так. Да чего вы черт-то творите? Заебись, поговорили. Я тебе возьму этот пропуск. Ну вас нахуй! Походу придется навестить ОГСК. Братан, что надо? Руки повыше подними. Тут тебя какой-то пассажир. Я пока вот железку разберу. Слышал, что ты всем местным ритейлом рубишь? Я хочу купить билеты стартовые. Или что там у вас? Карта? Может, QR-код? Я думаю, это выходит. Нет, ни к чему. А кто может заинтересоваться? Вещь хозяйская. Никто связываться не станет. Я думал, ты серьезный киберсант. У тебя тут автомат заболел. Хорошо, что хоть не помер. Слышь ты, Петросян, а чё так хуёво пружину смазали? Скажи спасибо, что не погнули. В следующий раз вообще нахер раскидай. Слышь, ты серьезный? Приноси свой хабр. Через 2 часа к радарам. Давай, не опаздывай. Definitely not yours. Show me your hands. Show me your fucking hands. Слышь, в одиночку тебе все равно отсюда не выбраться. Так что ты либо ебошь, либо пугаем эти деревья. You're a shitty opponent. Зато я не расстреливаю гражданское население. And that's why I'm done. Don't you know the terror group is planning to launch a controlled chaos? And Tarkov is just the beginning. This case contains classified documents about all the bio experiments. Поэтому я и должен доставить эти улики своему командованию. Do you believe them? We were supposed to give the case back to Terror Group, but I have a better plan. We can shoot each other right here, right now, and be done with it. Or we can try to get away from Tarkov and hand off this shit about Terror Group to independent media. You decide. Футах. Иди вправо. Просто вправо иди. Go right.
Майк. Гурай, гурай! Там разберешься. Минус наблюдаю. Так все, Майк, давай вали оттуда. Горка, горка, прием. Горка, прием. Горка, на прием. Чё-то наш Крискайло не отвечает. Не думаю, что у него просто радийка сдохла. Борис! Борис! Борис, домику! А если этот вафел нас просек и наш фокус не удался? Борис, домику. Борис, где тебя носит? Борис, твою мать, прием. А ты случайно не знаешь, где твой шеф шляется? Вот твой хабр. Где мой ништячок? Оглох ты, где мой ништячок? Слышь ты, нордический, а может тебя пора уже сектантом сбагрить? Как думаешь, мы выручим за тебя хотя бы сраный тозик? Ну? Они решили кинуть того хмыря. Хуй знает, может что-то пошло не так. Это 23.09. Ко мне приходил человек, хотел приобрести билет из Таркова на Большую Землю. В обмен на ваш утерянный багаж. Кстати, еще задолго до того, как ваши парни решили устроить жопу в Таркове, наш Минобороны уже по-тихому блокировал округ. Прикинь, морской порт всего за сутки превратили в крепость. Ну так после эвакуации гражданских и местная жушера тоже решила это сделать. No matter what happens next, I want you to savor the moment. The last time we were together, when we kicked the Nazis' ass. Ваш пропуск не распознан. Попробуйте еще раз. Еще раз? Ну, давай еще раз. Давай работай. Давай, блядь! Давай! Давай, блядь! Давай работай, сука! Блять, заебись. Ну все, теперь точно пизда. Эйбел. Лук. Ваш пропуск идентифицирован. Оставьте ваше оружие. Работает. Работает. За мной.
reminds me of a firing squad. Сейчас на карте. Сплюнь, блядь. 10-й постер, шерстовой. Сопровождаем двоих, встречай. Как ты? Вон за теми воротами идет погрузка на корабль. Seems too easy. Даже не верится, что скоро будем дома. Что там за хуйня? Это, походу, каких-то снайперовушек ложивых. А откуда у диких миномет? У диких нет миномет. A really big machine. Нам по-любому нужно прорваться за эти ворота. Are you nuts? Let's go back to fuck. Ёбаный 120. Say four? Тогда это совсем уже пиздец какой-то. Попробуй. А что случилось? Сейчас ты как-то быстро вернулся. That's only supposed to be good to reload, huh? I really want to live. Все, что ли?
ночах будет. Кто, блядь, вообще такие? Несколько часов назад Совбез ООН созвал экстренное совещание из-за очередного обострения в Норвинской области. В минувшие сутки в районе местного морского порта были слышны выстрелы и взрывы артиллерийских мин. Это первый случай применения тяжелого вооружения на блокированных территориях. Совбез ООН выразил на этот счет серьезную озабоченность. Но российские власти в очередной раз заверяют мировое сообщество, что ситуация находится под их полным контролем. Однако командование миротворческих сил ООН, присутствующих в регионе, скептически относится к подобным заверениям Кремля. Thank you.